Рассказывайте, на что жалуетесь, что болит, что беспокоит. Ой, зубы болят. Как болят? Ночью болят, днем, на острое, на холодное, на кислое. Во время большого ремонта в стоматологическом отделении поликлиники ГКБ номер 11 полностью заменили электропроводку, канализацию и все необходимые коммуникации. Кабинеты оснастили по последнему слову техники. Сегодня здесь работает 4 кресла, 3 терапевтического приема и 1 хирургического. То, что было раньше, это был там один кабинет терапевтического приема и один хирургического приема. Кроме того, они были на разных этажах, это было очень неудобно. Там сдвоенный прием шел и так далее в кабинетах. То есть сегодня, конечно, все организовано для комфорта пациента. Это все сосредоточено на половине этажа целого поликлиники, да, со своей собственной регистратурой. Все очень удобно. Это отделение оказывает весь спектр стоматологических услуг, начиная от профессиональной гигиены полости рта, заканчивая протезированием любой сложности. Сейчас у нас отдельная операционная, мы можем проводить операцию в этой операционной. Отдельно ведется удаление зубов в совершенно другом кабинете, гнойные пациенты принимаются, поэтому это и по санрежиму очень сейчас все хорошо, и по комфорту для нас и для пациентов. Евгений Парыгин – один из самых молодых врачей-стоматологов в ГКБ номер 11. Свою карьеру начал всего 6 месяцев назад после окончания университета, а уже сегодня пользуется уважением у пациентов и старших коллег. Пациент избавился от боли, как бы ушел счастливый, довольный. На следующий день пришел на осмотр, сказал, вот там спасибо, доктор, там раньше боялся вообще стоматологов. Ну, еще в советские времена, конечно, страшно было, а сейчас... Тоже люди некоторые оценивают наше отделение новое, что очень светлое, просторное. Капитальный ремонт стоматологического отделения провели за счет средств областного бюджета, а это порядка 7,5 миллионов рублей. Еще около 4 миллионов потратили на оборудование и мебель.